Вот уже больше года ферма Алены Лабиной несет убытки. На ее земле предприимчивые бизнесмены устроили карьер. В итоге буренки и овцы фермерши лишились пастбища. Все попытки Алены Лабиной достучаться до надзорных органов оказались безрезультатными. Частная собственность моя разворовывается. Мало того, там полностью нарушен плодородный слой, то есть заниматься сельским хозяйством на ней я уже не могу. Выпасать скот я не могу. Я позвонила в милицию, позвонила участковому, но никакие меры не были приняты. Как выяснилось, добычей песчаной гравийной смеси занимается частная компания ТО «ЗАО». Причем действительно, как утверждает Алена Лабина, незаконно. В сентябре 2013 года специализированный экономический суд по иску областного департамента экологии вынес решение о взыскании с ТО «ЗАО» 65 миллионов тенге. Именно на эту сумму компания, добывающая гравий, причинила ущерб окружающей среде. В 2013 году нами была проведена проверка деятельности ТО «ЗАО», которая занималась добычей песчано-гравийной смеси. Было установлено, что они работали незаконно, с нарушением экологических норм. Мы подали иск в суд о возмещении ущерба на сумму 65 миллионов тенге. По этому делу суд вынес решение в нашу пользу, удовлетворив все наши исковые требования. Между тем, в судебном решении также отмечено, что у частной компании нет ни единого разрешительного документа на добычу гравия, а это значит неопределенные границы разработки карьера. Сейчас фермерша Алена Лабина намерена обратиться за защитой своих прав в областную прокуратуру.